Держите дистанцию. Ульяновские продуктовые магазины, по примеру московского региона, начали наносить специальную разметку. Яркие линии и знаки на полу должны помочь избежать скученности в зале и на кассах. Наглядно показывать покупателям, как располагается на условно-безопасном расстоянии друг от друга в 1,5 метра. Была сделана специальная разметка вдоль кассовой линейки, вдоль витрин собственного производства для соблюдения дистанции. Рекомендованная минимум 1,5 метра. Также по громкой связи транслируется сообщение о необходимости соблюдения дистанции между покупателями. На входе и по торговому залу магазины вводят стойки со специальными дезинфицирующими средствами для рук, а на кассовой линейке, на стеллаже информации и на витринах собственного производства установлены специальные защитные щитки уже для предохранения персонала. В несколько раз возросла нагрузка на технический состав. Например, каждые 3 часа дезинфицируются ручки тележек. Покупатели в основном ведут себя ответственно, заходят в масках, пользуются антисептиками. Но социальная дистанция для многих – новая примета времени. В некоторых магазинах даже вводят специальный персонал для напоминаний гражданам о необходимости расстояния. То, что предписано, то и соблюдаю. Это то, что после того, как я прихожу домой, ну, с улицы домой, то я мою руки. Сижу дома, работаю дома на удаленке. Бальзамом собой, сальфетки, маской, все. Ну, видите, как маску себе купил, хотя в аптеках не было, пришлось в другом магазине купить. Ну и так только по самой прямой необходимости выходишь в магазин. А так дома, ну, к родителям там сходить, что-нибудь продукты купить. А так все, практически никуда не хожу. Напомню, магазины выделяют специальные так называемые социальные кассы, которые с 8 до 11 часов обслуживают исключительно пожилых людей.